Fachos grapef docher psomi. Schönerem, tridem. Schönhabsen tilhuao o hurocher, upschacher sportetinetten frodora blarer. Tekon reschor zerahre, mager, illes blischert huserikum ipitche, dinatin hamabetilhuao o hurorazawenher, zapordocher, quadimi de futopselher. Azauer schizam, die Republikam schischu, zuchmin chischum, schil, de jawastash. Quadim, Hahuare, Lahujurazar Zrahami preacher, Terash Hoher, Ordin Sapacher, Aquara Fasha Shetash, Savit Sayuzimi, Lahuji, Quad Huahash. Apodo nobada dinat nun tips at Hanush. The Republicum Zazir Shatar Wakutuzavim, Itzasha Sha Ordiner, Azuara Fashawashta, Jirandoga Moharbi. Jirandoga Moharbi, Irasham. Ар заум зэрдэчам, зэрхэтам, а ордзин лапар гэшуфагафа шахам, нагуаж упшахами тэйуфауэ, габарды балхар республика милаб музей милажагуэ, гантэмэр Лариса гадхутэпсэль хануш. Учреждение Ордена Кутузова состоялось 29 июля 1942 года, когда до Сталинградской битвы оставалось еще полгода. Учреждая одним указом ордена, носящие имена Александра Суворова, Михаила Кутузова, Александра Невского, руководители страны не просто обращались к славному прошлому. Они напоминали, что проигранное сражение еще не означает поражение в войне, особенно в России. Решающая роль Сталинградского сражения в разгроме фашистской военной машины не оспаривается никем. У ордена Кутузова не совсем обычная история. Это единственный орден, указ об учреждении которого выходил дважды. Первый раз указом от 29 июня 1942 года учреждаются две степени ордена. Орденом первой степени из золота и серебра награждались командующие фронтами и армиями, их заместители и начальники штабов за хорошо проработанный план операций, фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате которой противнику нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою боеспособность. Серебряным орденом второй степени награждались командиры и начальники штабов корпусов, дивизий, бригад. И только 8 февраля 1943 года учреждается третья степень ордена Кутузова, предназначавшаяся для командиров полков, батальонов, рот и начальников штабов полкового звена. Лариса псом я парауэ ди натыным я пихам ди гуапад джирандога мухарби гайбага цифуатама хар югашам заум зардачахам шуазы дихуапшатама. Джирандога мухарби ма ходиз слуга зарзари ханур ма ба ии царфачаг зарунар ижалагам ша зауа ийгэг вачучам ии псаучам гуйгажанут. Арга шухуаш минраши бугра бшукхрагам плановска гуажам. Ичи минраши бугра шажлаблагам наршич дат петехникум риухауаш та шажлалам. Абжара зимуху ар ижанагам ии ажагам хирахуани мураду. Ростов техникум физической культуры жери да тушташа, пеши говори, если сейчас идешь, а ты из онгам хераху, а ты уж же ар минраши бгура шажрахам вольск калям дат авиа школа авиатехника в шхиухжао шташ. Ар ахам яджура минраши бгура изра шажрахам харпир салету армам дашаш. Иджи абы служить сижаш рядовойва ближра бля кавалерийский полком. Ар язым я жанагаджи ажагаджи жалам зигур зархаджину бшат. Иджи квадрагаджи лепляху гзаджину саби завачхам. Армам сдашам ар яга гуавашташ минраши бгураб лжгам. Курсы командующих, курсы мяга гуаушташ, арги ухри, бджага гужаушташ, кабарди бачхарм газа жаушташ, ажалер, ар шлажаш НКВДм, мавас камга хунджа орган хам шлажаш, комсомолом шлажаш, иджи, на мухарби заум, и паддеда шахам, яшаш,
ар июнем и тоже рад у Сандра заум ута заур разрешит у наримахом Сандра заум утаж ар западный фронт южный фронт чихот ахмхатах шичи жалер донечешим зауами абе и охсачихар и охсихачихар хашур его чаша жалем минраши бурап лжра плахам декабр мазар и ухухча январь мазам изыходит хухча заум уташа жалер ичи ар старший лейтенант офицер цадекван кахуаха фашаушташ ичи жирантуком харбим габарде бальхарм мисс орден Кутузова третьей степени жари оно по урсам зачек хочет анхуяхуну жодинш мисс мухуаха фашаушташа жалем мухуата орден козыхуаха фашауа мдекабарде бальхарм миссар мзжалера мэр полководческий орден шуа ахам шишм орденр мэ орденр ене нахжахча вэплэма вэплэма орден Суворовым, почему орден Рашмар. А три орден хамя мышхумр замшу кашагуна хамшуа, я поедуана ешан, я едуана степенью кагауна хаш, и уже одже ешана степень ри даже уже ауш ташмпы. И джем орденер тижаго зархуншим харбим кратак мезер. Мы орденер январем и пшику блим минраши бурап лжрап лхам хуага фашау шташ. Езрет он римахом январем и пшику им агадидам заам хакодаш дижаху зархунши. И джим мэрм бэг зар хуага фашау штар, мы орденер газдич жарда нажипама звезды победы жери сайтам гати хуага шташ, мхуада джирндогом харбиб, мхуада наградар хуага фашау шташ. Ухага фашам и мзаку, кратын хуэва штати, заум хагуадри кратыр жфагм жири. Иджи псоми зарыджылши на хуша Ахмадра, бийб худианамра, апхуда оххам хатхаш, аджами ягупаджашм худа оххамджа. Ахам гагод шари орденер бгахжава шта, мухарбими орденер бгахжава шташ. Мис мэр орденем удостоверение раш. Мэр за год храдепшма и номер лич. Мэд че гшрат, гшрат, гшухага фаша гар, гзар гшрат агар ахарит хашмбэ. Ад че мухарби орден гракхуага фаша нхуэж гахуам, урсэб за чес гфхэджэн усхуэт наградной листым, мбэ и командирам ритхау шта. Гвардии старший лейтенант Герандоков, работая на должности начальника штаба полка, за время боевых действий с 8 декабря 1943 года сумел зарекомендовать себя как умелого, требовательного, храброго и тактически грамотного штабного офицера. Он особенно отличился в боевых операциях по ходу областного города Белоруссии Мозыр с левого фланга. Под его непосредственным руководством полк за 6 суток совершил большой марш по топко-болотистым местностям без единой потери и оставшихся к вечеру 9 января 1944 года достиг подступа в селение Слободы, служившего опорным пунктом немцев в этом районе. Когда полк получил боевую задачу овладеть населенным пунктом Слободы, в ночь на 10 января 1944 года Герандоков лично расставил огневые средства в подразделениях полка, довел боевую задачу до бойцов и командиров, тщательно изучив местность, пути отхода и подхода противника, повел подразделение полка в атаку. Товарищ Герандоков, будущий во втором эскадроне, первым ворвался в населенный пункт и начал уничтожать со вторым эскадроном огневые точки противника. Умело организованная и осуществленная ночная атака дала весьма серьезные результаты. Немцы в панике, оставив все, начали бежать. Товарищ Герандоков очень быстро очистил более половины села, захватил немецкий штаб одной войсковой части и много трофеев. К тому времени другими подразделениями была очищена остальная часть села. В уличных боях товарищ Герандоков лично убил 8 немцев, немецких солдат и 2 офицера.
Нет, зажизаши, мисмер кижаху зарухунши, ма охаре кочай уши, зарит он ремахом, заом хакуташ, ар безаритим ходакапсу, заугажем утуха куташм, мжалер. Иджи мисмер, но пока кухам фейяпшуят кашаху, но музеем кашана ожалш. Ординар мпакратан фейяжахуар, декабрем еймахом, минрашиб гроб лжлашгам, Мозырь Белорусием, шыш мозырь қазыр, нымцем қатриха ошташ мұжалым, езір унафыз хвиж е салетхар, мұра техника жхот амра абходизджа, егупсысу абходизджа зағапашауы иғауваты, зыцуххам гуаду мұғажыр қатрихаш нымцем. Иджи зжашнах мзау. Аби уже по кважам кдэджири, аджи кши скважи слободыжи, а кважам дахахаш мхармузыр кдэджири. Абхуда кабзум слободы кважири гатрихаш немцахам, аби зцухам гуаду. И уже кважам изаходитам за немца за лагодам тижур дихуай уже. Абы езім немцы офицеритра, немцы солдатитра плену ғышты жфау ұшташ. Мес ахарп сөре запашытри мұжалда месім ординар ұқағы фышаш. Ординар мұқабірде бәлғар мұхар бизақ орар сұқағы фышау ұштар. Сыт ұжыбама мұр полководческий ордин жар, дзазеші қамыра офицерна құшха қамыра ират ұшта ордин шымыр. Мұр ординар ғуатын шхаджа وی زوجم مزاقو وی جنگاری وی حلشانری وی زاوی حججری بسوری میسم اردنم بیزم یا положение ажшим орденом мисахаму похушатын хуэти. Дегуа пазархунши мисм дихлепка жерндоуга мухарбир мазрат цухму кодым яшыш зуах жаджаш. Орден Кутузова учрежден 29 июля 1942 года. Им награждались командиры Красной Армии за хорошо разработанный или проведенный план операции фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего противнику нанесено тяжкое поражение, а наши войска сохранили свою боеспособность. Автор проекта ордена – художник Москалев. Знак ордена выполнен в виде пятиконечной звезды, в центре которой круглый медальон с изображением Кремлевской стены и Спасской башни, частично перекрываемые профилем Михаила Кутузова. Надпись «Михаил Кутузов» нанесена в медальоне слева и справа от портретного изображения. Промежутки между концами золотой звезды покрыты пятью пучками серебряных лучей. Знак ордена первой степени изготавливался из золота, второй и третий полностью из серебра. Лента ордена темно-синего цвета с одной оранжевой продольной полосой посередине для первой степени, двумя продольными оранжевыми полосами по краям для второй, тремя равноудаленными продольными полосами для третьей. За годы войны произведено 675 награждений орденом первой, 3326 второй и 3328 третьей степени. Ларисам ординар из мухарби и унагом иратавош та хамара музейм гратавош та. Ма ординар мухарби шибхум гратжавош таш, аби уж че унагори гупсисри, мар музейм жарелешари гахри тагдатавош та. Из мухарби кашалхва, кашалхва гуажим, ицар псатлан папша и джаба, я нагозгур хамзриху. Ица я гасап уж ту парат, но бы я уже ухам ясу парат, а пуэдэ тагасапа казхуага фаша уже дэссарар. Да, уч планы с кагуажем дэсхам язу уже джин шар стужипама м орденам ти ухуау телевизорами гасагуаж, сайт за шмышхами и тахаш, и джи Под кахутер жалгалам жесту мэр сайт хам дэхамидж. Миндра ши бора тлжрэд уанагам, шаку гумазам шжадзауэ, мухальби вепшику хана гвардейская шуудза дивизиям хэт, шитра бхужрэй плана гвардейская шуудза полк мюнафашу, советы дзэхар Сталинград дэйшшэй баркуам, залогважай гвачахам хэтаж, мазай мазам, Минра Шибора Тлжра Ешанагам, Украина, Варашила в Градской области, и Женатахам, Шекваджа Зехалахам, Зазиша Паратужра Шигасаваш,
Лгазарихам кахачу орден рятну Мурад Дьяжер. Полковник фон Деранцевым наградной листом иритхажам тепшахма. И сасми котча зау анатом штабым и нафажу джерандоу гортейтат. Лга хасу и лежагар вирагуджаш. Ар хахут псаим блеж тгагазам и дожрэй бланам минра шибура тлжрэй дуанагам хутар сивэла бэвэ гшаштам полком эскадроном и пашев бизэвэлту взводым нас хагажаш гару салэпчыкуш офицеру тулгашташ машниш ягасад. Шашилэм и дожрэй тхум минра шибура тлжрэй яшанагам станица Калуркина деж кашегоджа захавахам садатхам япаиту тригагушхов завалхар иришажаш. Штапам из бихам ебгаргвари лагам идзри намыца салатиблира за офицерра зиспдапах игаваш. Джерандогам и штабам из завалхам хана ямжал тегонага запыту завам. Мазаян етожрахам минра шибура тлжра шанагам Мухарби орден отечественной войны я за настепенер ухвагафашава шташ. А бахшнам жава Сталинград деж за хаугважахам зархатам шхаджа медаль за оборону Сталинграда граташ. Джерендогу Мухарби орденер Аралими аташа Путин Владимир и Ашасу Тхыл Шагу Минитры пшугублянагам Урсей Федерациям и президентами администрациям Жердамджа, Кабардей-Балкар Республикам и Лапмузеем Шахуману Гратавашташ. Агам Шашилямазам или Халлау, Кабардей-Балкар Республикам и правительствам Юнам, Республикам и Аташха, Гогуаюра, Охум Халяжахахар, Хашахар, Музеем и Ляжагвахар, Джерандоком и Блягахар Хату за Ужашхва Шегуджавашташ. Абагай гуалахам шижаат лапкам апходалаху жпарит уяну кваду заршхапар абы маханашху зариар. Мухарби гуапау ябгу шагаджжавашташ. Джирандоку митцар шунаса ар шизавахам ихума гадлахам жиллахам нобагас дасми яжажир. Абходау Белорус Каралым Моззыр районым шаблар шағасы еджапахым дейтлху жым тейхуауа хабархар нобами шауатажыр. Псом хомдау тлху жыр зағалапар ар зигумилыр божедас хараш. Боташей едуана күрте джапам зауалаханам абыха тахам тейхуауа шаапашым сурат Шахумар, лохужим тейхуауа тхыгахар, письмо гитхахар, суратхар дэллю альбом шахуи жалч. Зау михарлауа охугахар, захыхахар шишаача, мухарби ицаршитым дэжи, шижаар, ябг агаджижир, боташей нахыжхам, яжаблэхам, шапхау ягауфхам ашиш, гуажами варам нахыжхами, джирандоуком ицар, Зарихар.